Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы с вами создадим мельницу. Это простая модель. Я ее сделал в 3D Max. С помощью инструментов 3D Max я ее сгладил, добавил ребра. Начинал я ее модели точно так же, как и в артками, с векторов. Затем сделал объем, затем добавил ребра, сгладил. Потом я ее перенес в формате STL программу ArtCAM. И далее добавил надпись на днище. Это надпись мыло и два ребра жесткости. Вот. Эту модель я нигде не подсматривал, нигде как бы ее не видел. То есть я ее сделал буквально за 2 часа. Что я хочу сказать? Модель делается достаточно быстро в программе 3D Max. Там можно задать точные размеры и уже перебрасывать в формате STL программа ArtCAM. Программа ArtCAM работает только сверху или снизу. С боков, значит, сделать она ничего не может, к сожалению. Вот. Поэтому нужно пользоваться сторонними программами графическими. Их большое множество, но я использую программу 3D Max. Также можно добавлять сюда такую программу, как ZBrush, и потом посредством программы 3D Max переправлять ее в ArtCAM. Обязательно обратите внимание, что после того, как я экспортировал модель в программу ArtCAM, она у нас, хоть я ее сглаживал в 3D Max, она все равно получилась с ребрами жесткости. Поэтому непосредственно в самой программе ArtCAM нужно делать сглаживание модели. Если вы этого не сделаете, то каждое это ребро станок будет обрабатывать, то есть он его будет видеть как часть модели, что, естественно, неприемлемо. Хорошего просмотра. Спасибо, что смотрите мой канал.